Кольцевая дорога в провинции Хайнань полностью открылась для движения в конце прошлого года. С тех пор она стала новой визитной карточкой острова. Прибрежная трасса протяженностью почти в 1000 километров соединила 12 городов и уездов. 22 мыса, 25 маяков, 68 живописных заливов и 16 мангровых лесов. Это далеко не полный список красот Хайнаня, которыми можно полюбоваться, проезжая по новой кольцевой. Недавно для удобства туристов здесь запустили экскурсионные автобусные туры. На каждой из остановок работает бесплатный фотосервис. Ведь у гостей должны остаться не только яркие впечатления и воспоминания, но и отличные фотографии. Вдоль маршрута построили 45 смотровых площадок, 25 парковочных зон и 14 станций для зарядки электромобилей. Новая кольцевая дорога удобна для любого способа передвижения. Помимо скоростного шоссе, здесь проложили велосипедные и пешеходные дорожки. Кольцевая дорога соединила все ключевые природные и культурные достопримечательности провинции. Это дало заметный толчок развитию местной туристической индустрии. Теперь тропический остров стал еще более доступным и привлекательным для путешественников со всего мира.